Всем салют. Анекдот про Чапаева. Значит, Чапаев возвращается из отпуска. Его встречает Петруха. Ну и Чапаев интересуется. Ну что, Петруша, как дела тут у вас без меня? Все ли нормально? Петруха говорит. Да все нормально, все путем, Василий Иванович. Одна проблемка есть маленькая. Лопату сломали. Да, так, все путем. Он говорит, а что лопату-то сломали? Как умудрились? Петруха. Да блин, могилу копали, вот и сломали. Василий Иванович, для кого могилу копали? Он говорит, ну лошадь сдохла. Василий Иванович, как лошадь сдохла? Да ты понимаешь, Василий Иванович, Фурманов тут шел мимо конюшни, бросил хабарик. Сгорела конюшня и лошадь вместе с ней. Вот и хоронили. Василий Иванович говорит, Петруха, ты что сдурел? Фурманов же не курит. Петруха. Эх, Василий Иванович, как тут не закурить, когда у тебя, знаю, полка сперли?